тяжелый матч, мы понимали силу соперника, выполнили план на игру, да, мы изначально знали, что мы будем играть вторым номером, всю игру выдерживали план, и он нам принес результат. Ребята молодцы, отвоевали, отпластались, отстарались, были по марке, но эта игра без них не бывает. Ну, играли на результат, верили с первой смены в победу. Было очень тяжело всю игру, соперник нас давил. Но мы ждали своего шанса, и наш, наверное, за многострадальный выезд, так скажем, вознаграждение пришло. Ну, в целом, поездка, да, под четвертая игра, тяжелая, немножко тяжело входили, опять же. Вчера не катались, сегодня так игра. Ну, ребят, с победой, болельщиков с победой. Ждем вас на домашних играх, наших болельщиков. Хорошая игра. К сожалению, вновь уступили. Уступили по буллитам. Ну что ж, тяжело начинаем. Будем больше работать, разбираться. По-прежнему верим в команду, верим во всех парней. К сожалению, количество не всегда дает качество в завершении. Всех с набранным очком. Победы придут. Спасибо.